Добрый день, друзья! Очередной обзор моих покупок по каталогу Faberlic. По 18-му каталогу, вот такой яркий предновогодний каталог, который действует у нас с 28 ноября по 18 декабря. Здесь много интересных новинок, и мы сейчас с вами посмотрим, что же я купила. Часть новинок купила, а уход купила традиционный и одежду. Смотрим одежду, какую я купила одежду. Акция, традиционная акция, каждый каталог, новая акция для новых покупателей. Те, кто еще не зарегистрирован в компании Faberlic как покупатель, но хочет покупать со скидкой от 20 и выше процентов, 26, 20, 26, там 70%. Стабильно 2. Две скидки существуют, это 20 и 26. Если вы делаете просто для себя небольшие заказики до 50 баллов, у вас стабильная скидка 20%. Если вы делаете 50 и выше, то там идет 26%. Ну и со 100 баллов там идет еще и 10% кэшбэк. Вот, и вот такая вот палетка теней для новых покупателей, кто зарегистрируется именно в 18-м каталоге, который идет сейчас традиционно. А следующий каталог у нас будет выглядеть вот так. Уже новогодний каталог. Но он тоже как бы считается предновогодний, потому что это 19-й каталог, который будет действовать с 19 декабря по 8 января. Вот такой он будет сияющий. Но здесь, видите, здесь будет... Ну нет, с 19-го тут еще успеют заказы все прийти до Нового года. Здесь все, конечно, готовимся к Новому году. И здесь уже другой подарок будет, шикарный подарок, посуда. То бишь кастрюля. У меня сотейник есть, очень хороший. Покрытие не стирается, поэтому посмотрите, цена одной кастрюльки 2999. А для тех, кто зарегистрируется и сделает свой первый заказ от 1500 рублей по ценам каталога, не со скидкой, а по ценам, тот любую кастрюлю выберет себе на выбор всего за 1 рубль. Шикарно. Сейчас идет палеточка. Следующая будет кастрюлька. Итак, смотрим. У меня опять большая коробочка прилетела, потому что очень много всего. Вот она. Это большая коробка. Очень-очень много всего, поэтому маленькую не входит заказ. Итак, смотрим. Что я взяла? У меня закончился гель для мытья посуды. Faberlic Om, которая идет серия. Я решила взять себе гном Гринли. Чем интересен этот биогель для мытья посуды? Вся серия гнома Гринли рассчитана на жесткую воду, то есть для смягчения. В тех регионах, где жесткая вода, те знают, как это неприятно. И в стирке неприятен эффект, ну и в мытье как головы, так и, как говорится, посуды. Так вот, вот эта серия идет на смягчение жесткой воды для умягчения. Вот взяла себе попробовать. У меня что здесь? Цитрусовый микс. Вот такой вот прелестный гномик. 500 миллилитров, по-моему, в нем сейчас посмотрим. Да, не ошиблась, 500 миллилитров, код 10893, это цитрусовый биогель для мытья посуды. Да, цитрусовый, нежный, вот не ядовитый запах, нежненький, вот я уже начала им пользоваться. Буквально пару дней назад прилетела посылочка, биоразлагаемая формула и эфирные масла, цитрусовые эфирные масла, 500 миллилитров. Хорошая серия, так что вот взяла теперь его. Для дома также взяла гель для устранения засоров. Мне он очень нравится, я его постоянно покупаю периодически. Просто не показываю пустые баночки, потому что не знаю, интересно это, неинтересно, хотя бы оставьте в комментариях. Просто мне вот собирать тоже их не очень-то как бы вдохновляет, поэтому я раздельно пластик, стекло в стекло, то есть у меня раздельная утилизация, и поэтому держать пакетик с этими вот использованными баночками. Если интересно, я буду собирать, я буду показывать, что я использовала. Потому что то, что я покупаю только для себя. Поэтому, то бишь, что использовала, что купила, то использовала. Ну так вот, вот этот гель мне очень понравится для устранения засоров в
В нем также 500 миллилитров. Код у него 30244. Хорошо промывает. И причем он не только для централизованного водопровода. Если у вас есть, вот, например, на дачах там антисептики, его можно использовать. Его можно использовать точно, точно так же. То есть вот хороший такой профессиональный подход. Ну да, безопасность, да, крышечка. Крышечка для безопасного открытия. 500 миллилитров. Вот взяла, буду пользоваться, потому что закончился. Также для ванны я взяла гель очищающий для туалета. Взяла 5 в одном. У меня заканчивается 7 в одном. Из этой же серии только 7 в одном, а это 5 в одном. И что мне нравится, когда вот начинаешь чистить, вроде, казалось бы, унитаз чистый, да, заливаешь вот этим гелем, и он начинает другим цветом проявляться. То есть он показывает, что да, есть загрязнение. Мне вот это очень нравится. Так раз и начинаешь чистить. Очень удобный носик. Сколько здесь? Тоже 500 миллилитров. Этот код 30293. Что? Он тоже цитрусовый, да, цитрусовый микс, зелененький, красивый такой, зелененький. Вот, это для туалета. Из новинок, так, пакет сейчас вот этот заберу, пакеты. Из новинок, что взяла из новинок? А, вот эти вот гели, посмотрите, какие няшные гели. Здесь идет зайка, символ следующего наступающего года, да, зайчик или кот. Год кота. И вот я взяла два разных геля. Кстати, в следующем каталоге там идут еще две новиночки, которые я обязательно возьму. Сейчас вам покажу. Вот так они выглядят. Вот они. Вот такие хочу еще взять себе. А этот у нас что идет? Лимонный. Это мороженка. Ну, это, знаете, мне напоминает запах даже не мороженое, а айс, баблгам такой. Жвачки. А этот лимонный такой нежненький, цитрусовый. О, прелесть. Мне даже по запаху больше вот этот нравится. Ну, тот и тот пойдет, потому что флакончики небольшие, 200 миллилитров, и они, как говорится, улетят, очень-очень быстро используются. 29,42 артикул у этого геля. И 29,43 вот у этого розовенького геля новогоднего. Но в подарочке вообще шикарно. Не такие вот они. Не то, что большие вот такие прям, да, жбанные, а вот аккуратненько раз так пакетик положил. Так вот, это новиночки. По акции взяла. Мне нужна была смывалочка для стойкой, для снятия макияжа с глаз. А я беру всегда двухфазные. Так вот, я взяла из серии Axialoge вот эту. И потом смотрю, мне выходит там в корзинке, выходит, что при покупке двух цена дешевле. То есть из одной серии. Так вот, мне нужен был тоник. Я смотрела, думаю, какой мне тоник для лица взять. Хотела совсем из другой серии. Но потом смотрю, думаю, а почему бы нет. И взяла по акции вот такой тоник для лица. Как раз он сейчас идет... Кислородный тоник по акции. Вообще вся серия Axialoge идет по акции. То есть берете какой-то один продукт, второй идет вам со скидкой. То есть оба продукта. Поэтому я взяла вот так вот, у меня получился комплект. И то, и другое мне надо. Любимые зубные щетки. Я их постоянно покупаю. Силиконовая зубная щетка. Разные расцветки. Я ее очень люблю, уважаю. И в каждом видео, когда у меня есть в заказе эти щетки, я всегда им пою оду. Оду благодарности компании, что она создала именно такие силиконовые зубные щетки. У них вот эта вот силиконовая щетинка, на которой не собираются бактерии. Они полностью смываются, и она не деформируется. То есть ее вот невозможно в разные стороны вот так вот веером расчистить, и все. И она такая долгоиграющая. Мне очень нравится. Ее много. Когда только начинаете чистить зубы, при первом знакомстве кажется такая огромная. Она прям вот прям такая большая, кажется, во рту. А потом ничего, привыкаете, и она... Вот у меня даже ребенок.
У меня даже ребенок чистит вот такой зубной щеткой, уже, скажем, не детскими. И ей тоже очень нравится, она хорошо прочищает. Вот такие вот я взяла кораллового цвета, ну, ближе такой к розовой, да, и голубой. У них очень много расцветок. Из новинок взяла на пробу соль. Соль с пеной, не просто соль. Вот будем тестировать. И, кстати, в следующем каталоге я еще возьму. Потому что сейчас зима, и очень приятно принять ванну, солевую ванну для укрепления кожи. А здесь соль для ванны с пеной, зимние ягоды. Ну вот будем пробовать. Смотрела видео, она прям так вот пенится. Лучше даже, чем просто пена. Вообще, покупая пену для ванны, у меня не получается так ее взбивать, как, например, вот показывают. А вот эту попробую, посмотрю, расскажу вам. Появился эффект пены или нет? Я всегда все хочу добиться эффекта пены. Ну вот никак как-то у меня с ней с пеной не получается. Попробую соль. Сколько у нас здесь? 100 грамм, 29,46 артикул продукта. Это тоже новинка. Это тоже новинка. Вот из этой же веселой серии. Как видите, здесь тоже пингвин и зайчик. И здесь у нас пингвин и зайчик. Вот они у меня как раз и были куплены в этих новиночках. А, любимый... кислородный отбеливатель из серии Faberlic Homme. А у меня закончился, и мне надо тюль уже к Новому году простировать, чтобы она такая белоснежная была. Буду замачивать вот в этом кислородном отбеливателе. Он у меня вообще на ура идет, и баночки такие прям солидные, хорошие. Так, произведено в Германии по германской технологии. И что у нас здесь? 500 грамм. Код у нее сейчас посмотрю, если увижу. 30, ну, по-моему, сейчас гляну. Правильно, разглядела сразу. 30,028. Это вот кислородный отбеливатель. Очень мне нравится. Так, не рассыпется. Я его туда-сюда трясу. Вот он. Вот так он выглядит. 500 миллилитров. И все, мерной ложечкой насыпаем. И когда стираю, если я стираю белые вещи, то я вместе с порошком добавляю мерную ложечку отбеливателя и в машинку. Все, замечательно. Традиционно зубная паста, любимая. И мне нравятся всякие травяные пасты, там отбеливающие, травяные. Ну, к классической пасте я всегда беру себе какую-нибудь вот... для семьи. Вот, например, сейчас это живица кедра. Нравится. Очень нравится. 20,444. Артикул. Вот. Зубная паста. Так, это туда не перепутать бы мне. И взяла вот такие ватные палочки. Слушайте, вот фишка этих ватных палочек в том, что они разлагаются. Если обычные палочки, которые у нас продаются в магазинах, вот этот вот пластик, его невозможно отдать в переработку, правильно? То есть вата отдельно, пластиковые палочки отдельно. Но не каждый будет колупаться и снимать эту вату, поэтому просто так тупо бросаем в мусорный мешок, и там он лежит десятилетиями, столетиями на свалке. И его никто не перерабатывает, оказывается. А здесь я прочитала, ватные палочки 100% натуральные, натурального происхождения, так, сейчас прочитаю, натурального происхождения текстуры, то бишь, что мы имеем? Оказывается, эти палочки, смотрите, они большая упаковочка, 200 штук, стандартная, как и в магазине, 200 штук, но плюс того, что они, вот я так понимаю, как дерево, что ли, вот такие вот, видите, у них основа, у них не пластиковая основа, то есть они не гнутся, видите, они не гнутся. Это вот бамбуковые палочки, которые потом, попадая на свалку, они у нас полностью сами разлагаются. Это же огромный плюс. Поэтому я всегда смотрела в каталоге и думала, а чего мне покупать в каталоге? Ну, я могу и в магазине подешевле, да, купить. А когда прочитала, что оказывается преимущество вот этих палочек по сравнению с тем, которые в магазине, так, конечно же, я такие взяла. Ну, не знаю, мне вот это понравилось, что, попадая в природу, эти палочки, которыми мы пользуемся ежедневно, и детки наши пользуются, и мы пользуемся, девушки, они еще и потом просто возьмут сами
и разложатся, как обычный природный компонент, и принесут пользу, то есть пойдут как удобрение. Они будут валяться столетиями на свалке. Вот, вот такая коробочка, и я очень довольна, купила. Буду теперь пользоваться экологично. Ватные палочки. Поэтому, девчата, кто вот за все переработки, за бережное отношение к природе, обратите внимание вот на эти ватные палочки. 200 штук. Там недорого стоит, по-моему, 100 с небольшим рублей. Сейчас посмотрю в каталоге, чтобы не отрывать время. Найду. Вот, девчата, нашла. По каталогу они стоят 199 рублей 200 штук. И код у них 910-254. Экологичные. Альтернатива пластиковым ватным палочкам. Мягкий прозрачный материал, да, бамбук и хлопок. То есть вот, вот эта вот сама ватка, это хлопок. А сделаны из бамбука. То есть сами перерабатываются в дальнейшем в природе. 199 и при регистрации минус 20%. Это как минимум, да. Ничуть не дороже тех, которые мы выбрасываем. Так вот, что еще? А, тут у меня куча купонов есть, ведь за заказы. Тут еще потом идут зимние скидки 50%. Сколько у меня тут один? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ух, 7 купонов. Вот будет мне на что разыграться в следующем каталоге на один продукт из вот этого каталога 50% скидка. Такие вот штучки активировать можно. Вот эти бальзамчики из серии Beauty Cafe, очень мне нравятся они. И не только мне, у меня ребенок ей пользуется. Это она попросила с банана. В чем фишка? От обычной гигиенической помады, ну, у меня губы сухие, и у меня всегда с этим проблема. Это правда. Я пытаюсь найти ту идеальную гигиеническую помаду, которая долго держится на губах. Что это значит? Для меня главное, вот когда я намазала гигиенической помадой, вышла на улицу, и я могу долго ходить без декоративной помады, просто с гигиенической помадой, и у меня губы не будут сохнуть. Так вот эта вот серия Beauty Cafe, как раз таки я и нашла ее. Это правда. У меня были разные бочонки, я покупала в другой сетевой компании, мажусь. Но когда выходишь на улицу или через какой-то промежуток времени, получается, что... Тенс и нету. И хочется еще раз помазать губы. Ну, а ребенку, сами понимаете, они декоративной косметикой не пользуются. И весь, например, на улицу вышел, конечно же, хочется, чтобы они не облизывали губы, правда? А потом они, чтобы не трескались. Вот она серия Beauty Cafe. Этих бальзамчиков, их 4. 4. Вот он, мы купили банановые. У нас у каждого есть зеленый и есть оранжевый. Розового еще у нас нету, надо будет тоже приобрести. Но вот у каждого в кармане или в сумочке есть такой бальзамчик. Поэтому банановый мы тоже взяли. Зубную пасту вот взяла. Но теперь серия плюс 200. Я взяла отбеливающую. Хочу попробовать отбеливающую. 75 миллилитров из серии... Эксперт Фарма, отбеливающая концентрированная зубная паста плюс 200. Плюс 200, она концентрирована, то есть ее там надо маленькую-маленькую горошинку, ее достаточно. Это как бы характерное отличие от обычной зубной пасты. Код, артикул 1694, это зубная паста. Затем, что еще? А, ну, биодобавки. Биодобавки я взяла. Чернику для зрения взяла, концентрат черничный. 30 грамм. Вот такой вот blueberry взяла. И детскую витамин D, D3. Это детская. Так, и в завершение... А, нет, не в завершение. Давайте еще чай я здесь взяла. Чай взяла из серии Гидраин травяной, чистота и легкость тела традиционный взяла. Мне он очень нравится. И еще взяла... Иммунитет.
для иммунитета. Травяной сбор для иммунитета, 100% натуральный. Сейчас как бы такое зимнее простудное время, когда и морозы, и оттепели, и вот для поддержки иммунитета заваривать пакетики очень даже хорошо. И состав. Состав, не буду его читать, потому что здесь настолько мелко, вот просто ничего не вижу. А вот отнимать время тоже. В общем, вот это вот чаи. Натуральные чаи. Очень хорошие. Ну и напоследок я взяла термобелье. Взрослое термобелье. Давайте мы его посмотрим. Итак, где он у нас в каталоге? Сейчас найдем в каталоге термобелье. Да, вот. Вот она, страничка. Я взяла светлый верх, вот такого цвета, футболку, а низ я взяла темный. Взяла для себя. Сначала для себя взяла. Потом надо дочери взять розовый. Вот так упаковано. Бежевый. Цвет бежевый. И давайте откроем, посмотрим, как оно выглядит. Ох, какая мягкая. Слушайте, такая мягкая. Прелесть. Вот знаете, как кашемир. Держишь. Вот такая вот футболочка. Длинный рукавчик. Так, что у меня тут упало? Ах, у меня тут еще один продукт упал. Итак, вот она. Футболочка будет у меня с длинным рукавом. Вырез. То есть его можно одеть под любую кофту. Как раз таки гулять. И длинная она. Видите? Она длинная. 60 сантиметров. В общем, вот такой вот мякиш. Мякиш. Что у нас здесь внутри? У нас здесь вот такой вот, видите, начесик. Такой вот теплый начесик. Она очень-очень мягкая. Слушайте, супер. И давайте посмотрим вот это вот штанишки, леггинсы. Термобелье женское, леггинсы. У меня цвет черный. Давайте посмотрим, как они выглядят. Такой же мягкий. И вот они, штанишечки. Что мы здесь имеем? И здесь мы имеем тоже такой же вот. Ну, он черный, поверьте, черный, его не видно, этот начесик. Но он мягкий-мягкий. То есть вот пододел, хоть под колготки зимой, хоть под зимние штаны, вот эти, которые мы с куртками носим, да, с пуховиками для прогулки. Очень здорово. Поэтому вот они, термобелье. Черный верх у меня. Ой, черный низ и бежевый верх. Вот. Это что касается белья. И еще я забыла показать. Я же купила кислородную... Что у нас здесь? Сыворотка. Сыворотка кислородная. Давайте откроем, посмотрим ее. Как она у нас выглядит. Вот такой вот флакончик. С дозатором. Так вот. Дозатор. И вот так нажимать. И он отсюда вот как из шприца выходит. То бишь показывать вот так. Вот такой кислородный бальзам. Global Oxygel. Чем, собственно говоря, компания Faberlic и славится. Это своей кислородной косметикой. Она ее улучшает и улучшает. С каждым днем все лучше и лучше. С каждым продуктом. Все, вот такой у меня обзор был. Еще раз покажу термобелье, потому что оно заслуживает отдельного, скажем так, на себя акцента сделать, потому что зима, и термобелье нас выручает. Оно сохраняет тепло. То есть оно вот такое тоненькое, но оно сохраняет тепло. Одели ее, и не нужно там футболки, водолазки, кофты огромные одевать, там толстые, толстенные. А вот. Вот так вот. Такое вот термобелье. Это можно прям под колготки, под тоненькие колготки. И поверьте, будет вообще шикарно. Либо вот на прогулку одевать. Ну, в общем, хоть куда. Зимой термобелье это просто вот спасение. Спасение для тела. Все, на сегодня все. Хороших вам покупок. Оставляйте комментарии,
что понравилось и что себе купили. Вот по этому каталогу по 18-му был мой заказ. А следующий каталог мы с вами встретимся уже вот в этом 19-м каталоге. А будем смотреть, что же я приобрету из него, из новогоднего, скажем так, каталога. Все, на сегодня все. До новых полезных обзоров, до новых встреч. Пока-пока. Ставьте лайки, дизлайки на все. Все приветствую. Пишите комментарии. Пока-пока.